Иван Васильевич Гусь, 1997 года рождения, уроженец города Таганрога, выпускник Таганрогского лицея номер 28. В 2020 году окончил Южный федеральный университет по направлению подготовки специальности информационная безопасность автоматических систем. Прошел обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре Южного федерального университета и изъявил желание поступить на военную службу по контракту. Был назначен командиром взвода управления дивизиона 1-го танкового полка 2-й гвардейско-мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии в поселке Калиниц.